тогда смысл вообще нам от этого фильтра? Да все соседи на уши поднимем. Это так работает счетчик. Опа. Что, так сразу, что ли? Так, друзья, всем привет. Вот хочу вам показать одну штуку. Смотрите, пломба стоит на счетчике. И пломба также пломбирует фильтр для очистки. Ну, то есть тут грязевой фильтр стоит для механических частиц, которые должны задерживаться здесь в сеточке и не поступать дальше в систему водоснабжения. И застройщик или не застройщик, а какая-нибудь управляющая компания запломбировала и счетчик, и фильтр. Для чего это было сделано, я не знаю, но если вам нужно будет почистить фильтр, вам придется сорвать пломбу. Если вы сорвете пломбу, получается, что управляющая компания может наложить на вас штраф за то, что вы срываете пломбу, и уже потом платно вам нужно будет ее опломбировать. В чем логика, я не понимаю, но такая пломбировка реально недопустима. Нужно пломбировать просто счетчик, а фильтр всегда должен быть в доступе, и он всегда должен быть свободен. Никогда счетчик и фильтр пломбировать одновременно нельзя. Только счетчик, фильтр должен быть всегда свободен. Это нужно для того, чтобы можно было в любой момент при необходимости его открутить и почистить сеточку, которая находится здесь внутри. Если мы это сделать не можем, тогда смысл вообще нам от этого фильтра. Забьется фильтр, забьется вся система. Система работать не будет, соответственно, не будет воды. Не будет воды, нафиг нам счетчик. Ну, в общем, круг замкнулся, следовательно, фильтр и счетчик пломбируются отдельно. То есть фильтр вообще не пломбируется, пломбируется только счетчик. Эта пломба недействительная, ее нужно убрать. Убрать, но, соответственно, это нужно об этом сообщить в управляющую компанию, вызвать этих молодцов, которые так запломбировали счетчики, и чтобы они перепломбировали его как положено, как нужно. Так, запускаем воду в бойлер, делаем опрессовку системы. Так, систему я уже опрессовал, холодную воду запустил, теперь заполняем бойлер. Это так работает счетчик. С такой скоростью он вращается и такой шум создает. Это просто жесть. Можно проследить, сколько литров воды мы зальем в бойлер. Сейчас все соседи на уши поднимем. Прикиньте, да, вот такой шум создает этот счетчик, когда вода через него проходит. Это просто жесть. Я пока не могу проверить счетчик горячей воды, потому что, ну, никак я не могу его проверить. А холодную воду, вот он у нас такой шум создает. Надеюсь, горячей водой не будет таких проблем. Поэтому тихонечко заполняем бойлер до конца. Я так думаю, этого счетчика надолго не хватит. Накроется он в ближайшее время. Вроде он еще новый. Один куб только намотал. Это заводская, наверное, проверка была. Короче, пока вот так вот шумит. Это сейчас у меня бойлер заполняется. И в скором времени у меня должно все остановиться, потому что бойлер будет полный. И сейчас мы еще с воздух с бойлера стравим, и у нас еще немножко пошумит. Ужасно, ужасно. Так, все, походу, открываем. Во.
открыли систему горячей воды. Сейчас вытравливать будем воздух. А воздух, конечно, нам вытравить неоткуда. Откроем сейчас немножко кранчик на кухне. Здесь вот наш кранчик горячей воды. Сейчас тихонечко спускаем воздух. Опа! Что, так сразу, что ли? Прям вот так и без воздуха. Да быть такого не может. Ну ладно, в принципе, нам какая раньше система опрессована. И пусть стоит пока под давлением. Все, на этом все. Всем спасибо, всем пока. Хороших вам мастеров!